С 18 по 19 декабря в горных районах республики лавиноопасно, предупреждает МЧС России по Дагестану. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах федерального и местного значения, линий связи и электропередач. Чтобы уменьшить степень риска, МЧС рекомендует не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды. Также при себе необходимо иметь лавинный датчик. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 01.